Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Ним42, и мы с вами продолжаем проходить четвертый Silent Hill. Мы с вами в прошлой серии, ну, не то чтобы застряли, но, в общем, мы уже аж две серии не можем пройти мир, ну, хотя, в принципе, это нормально, вот, но дело в том, что в мире квартир, кажется, он называется, скажем так, нету определенной цели, то есть, если раньше мы хотя бы знали хоть примерно куда идти, что делать, то сейчас это абсолютно непонятно. И единственное, что я могу предположить, это то, что надо... Блин, он меня просто задолбал уже. Что надо просто, ну, дальше исследовать комнаты, так как у нас есть ключ вот того мужика, который ходит перед дверью уже вторую серию. Вот, так что я... не могу предположить ничего лучше, чем как исследовать комнату за комнатой. Просто проблема в том, что, во-первых, я их обычно давно не играл. И в том, что я абсолютно не помню, в каких комнатах я уже был, а в каких не был. Как я давно не был в Silent Hill. Я уже совсем забыл это чувство, когда звуки вымораживают просто. Так, это мы видели. Так, насколько я понимаю, это первый этаж, да? Значит, давайте... сейчас я немножко повспоминаю. Давайте начнем вот тогда по порядку с первого этажа. Отходим дверь налево. Посмотрим, где мы были, где нет. Плевать там на всяких призраков, вот на которые уже откуда-то лезут. И, в принципе, на все мы с вами заново все проверим. Мало ли мы что-то пропустили. У нас полное ХП, поэтому я думаю, это не будет такой уж проблемы, если что, то... Чё, откуда? Через стену, что ли, лезет? А во что он упоролся? А, вот он, спокойно. На. Сейчас мы его уложим, и пока он будет восстанавливаться, скроемся. Да падай! Вот так. Беги, беги, Генри. Да не в стену ж беги, ну. Так, что мы еще не видели? Это пуповина, да, помню. Окей. Больше тут ничего нету, точно. Ай-яй-яй-яй-яй, спокойно. Отойди, отойди от меня, непонятный силюк, гопник, призрак с розочкой в руке. Это какой-то собак вообще. Так, в общем. Мы все проверили, да, все, валим отсюда, валим. Валим. Вот так. Так, окей, это была... Ой, блин, господи, что ты так пугаешь? Это была первая комната. Идем сюда. Блин, он что, повсюду за мной будет так ходить? Он, честно, ты задолбал уже. Может тебя приколоть этим мечом? Я его, кстати, ни разу не использовал еще, да? Так, тут закрыто все. Здесь все по-старому. Отстань от меня. Блин, ну вот, на половину ХП нету. Умри. Умри. Да ну не стой в проходе, ну чё. Выбегай, Генри. Давай, спасайся, спасайся. Тут ничего полезного. Спокойно, спокойно. Отойди от меня. Блин, еще это долбанное управление непонятное. Как неудобно без джойстика играть в такие игры, заточенные под консоли. Так, он уже лезет, понятно. Он так быстро появляется, честно, он уже задолбал. Это не хочешь говорить или брать? Куча пластинок, проигрыватели пластинок.
Большой динамик. Ой, это... Ой, блин, мы сейчас помрем. Мы сейчас помрем. Свали, свали. Так. Ой, не туда, кажется. А, все, окей, значит так, будем знать. Значит, левое крыло мы с вами... Ой, как устроено были за это. А левое крыло мы с вами полностью осмотрели. Тут ничего нету, все, будем знать. Надо запомнить. Значит так, левое крыло ничего. А, посередине закрыто. Тут закрыто правое крыло. Ой. Фу. Фу. Отвалите. Отвалите от меня. Блин, такое ощущение, что если я от них бегаю, из-за этого только хуже. Давай еще одну. Ну, ну. Генри, ну. А, вот сразу твой. Задний раз, окей. Хоть бы не помереть сейчас, а у меня аптечка есть какая-то. Хорошо, хоть призрак этот не появляется. Так, тут ничего. Какие-то странные дырки. Окей, мы просто так потратили хп, прекрасно. Так, отсюда я пришел. Смотрим дальше. Что это за звуки были? Так. Что это? Ничего. Хотя там явно что-то лежит. Какая странная квартира. Совсем пустая. Окей, а здесь, кажется, тоже вообще ничего нету. Да. Идем дальше. Ой, фу. Ой, камера, не бесись. Закрыто, закрыто, закрыто. Ой, хоть бы не наступить в одну такую штуку. То я наступлю, так и останусь без ноги. Ой, так он их сам давить умеет. Ой, ой, как хорошо. А, чё? Мебель, похоже, покрыта чем-то вроде шерсти животного. Щито. Ой, не нравится мне эта квартира. Надо валить отсюда. Мне начинает это нравиться. Только вот это вот прям отреспаунилось только что из ниоткуда, ну ладно. Так, блин, я просто проверял, нельзя ли тут что нажать. Понятно, здесь тоже ничего нету. Только следники. Окей, идем дальше. Так, и последняя квартира на этом этаже. Ой, опять. А, я помню, да, это там, где меня радовали пушками, на самом деле все не настоящие. Ой-ой-ой-ой, спокойно, спокойно, спокойно. Все, я понял, тут пусто. Так, ну что, мы, можно так сказать, зачистили с вами первый этаж. Окей, мы это запомним. Значит, на первом этаже больше вообще ничего нету. Будем знать. Он пуст. Пользы не несем. Тогда мы побыстренько с вами восстановим хп и пойдем смотреть второй этаж. Ну просто честно, я не знаю, что еще делать, потому что мы с вами вроде сделали все, что можно было. Бумажки мы с вами под дверь запихнули. Мужика мы того увидели. Ну просто, ну, каких-то событий больше просто не происходит. Поэтому я не знаю, что еще можно сделать. Похоже, что с Айлен все в порядке. Окей.
она красит ногти на ноге. Прекрасно. Так. Тут все как обычно. Ладно, сохранимся. И идем дальше. Я вижу, что ХП не восстановилось до конца, но, в принципе, на самом деле, мне все равно, потому что этого, ну, я думаю, вполне достаточно. Мы же с вами не будем, скажем так, полностью заново исследовать мир. Тем более, что больше половины монстров, мне кажется, убили. Хотя я этого обычно не делаю, тем более в Silent Hill, потому что это очень геморройно, тяжело и очень неблагодарное занятие, в принципе. Но здесь, кажется, опасаться уже почти некого, кроме этих дурацких призраков, которых нельзя убить. Поэтому... В общем, я думаю, этого количества вполне хватит. Так, сначала давайте по порядку, давайте сюда пойдем. Что ты мне покажешь? Тут полно приспособлений для выпечки, но ни одно мне сейчас не нужно. Ну почему? Можно там, не знаю, допустим, взять что-нибудь потяжелее, по башке дубасить. А неплохая такая квартирка, да, уютная. Я бы тут остался. Если бы только не всякие монстры с призраками. Ну что ж, окей, она пустая. Идем дальше. Ой, там что-то есть, да? Блин, опять долбанный призрак. Как же вы меня достали? Так, 203. Надо поскорее все смотреть, пока они не начали вылазить. А, уже начали, понятно. Ой-ой-ой, это блин. Так, тут ничего. Ничего ж нету. Отвали. В коробке есть неоткрытая бутылка. Возьми ее. Камера. А, окей, мне просто говорят, что она есть. Так, ну-ка мы ее сейчас завалим и попробуем. А, быстренько расставляем в комнату, еще пощелкаем, что-то есть. Давай. Ничего. Что за алкоголик жил в этой квартире? Ай, спокойно, топор не пролазь сквозь стены. Ой, отстань. Все, бежим. Окей, мы знаем, что тут тоже пусто. Еще призрак. Так, 202. Это рисунок двух взрослых и множества детей. Подпись гласит 206. Как они вообще могут спать, когда у них так много шумных ребятишек? Кроме того, они живут рядом с Брейнтри. Я не знаю, кто такой Брейнтри. Рисунок молодого парня. Подпись гласит 107. Он слушает классную музыку, но мне жаль его, ведь он живет прямо под Брейнтри. Такое ощущение, будто автор помешан на этом Брейнтри. Картина человека. Подпись гласит 202. Автопортрет. Окей. Это рисунок медсестры. Подпись гласит 106. Моя прекрасная любовь. Позднее ее станут преследовать. Незаконченный холст. Рисунок толстой женщины. Подпись гласит 204. Она все время что-то жует. Но я хотел бы, чтобы моя девушка готовила, как она. А тут еще ничего не нарисовано. Рисунок пожилой пары. Подпись гласит 304. Приятная, милая, пожилая пара. Окей. Это рисунок женщины с кошкой в руках. Ой, классно. Подпись гласит 102. Она слишком любит своих котов и упустила свой шанс выйти замуж. Мне было жалко ее, когда она плакала над своим умершим котом. Ужас какой. И зачем они мне эти ужасы пишут про котов? Нет ничего ужаснее, никакие призраки, слизняки и вообще все, что тут водится, чем смерть кота. Это рисунок мужчины, пьющего спиртное. Подпись гласит 203. Очень шумный. Хотел бы я, чтобы он прекратил пить и драться. Это должно быть Ричард Брейнтри. Подпись гласит 207.
Брейнтри, этот урод, он всегда орет на детей, особенно на того парня, который здесь все время ошивается. Но он взял Майка к себе в квартиру и содрал с него кожу, поэтому он мой герой. Майк? Это случайно не этот? Не знаю, тут имени нету. Ладно, это рисунок мужчины с ружьем, подпись гласит 101. Оружейный маньяк. Он всегда кашляет из-за аллергии на кошек. Он, наверное, ту бабушку не любил с кошкой. Рисунок мужчины, держащего в руках порножурнал. А подпись гласит 301. Чертов преследователь извращенец. Он получил по заслугам. А, это, видимо, этот Майк. Так, это должно быть управляющий. Подпись гласит 105. Сандерленд, управляющий. Управляющий ошибочно думал, что Майк был любовником Рэйчел. Окей. Это должно быть парень, который любит играть в видеоигры. Подпись гласит 205. Он все время запирается в своей комнате. Должно быть у него какие-то нездоровые пристрастия. Я слышал, что он записал на магнитофон, как Ричард избивал Майка. Ого. Весело. Окей. А что еще веселого тут есть? Коробочки. Все? Вроде да. Генри, не застревай в проходе. Так, в общем, тут мы все осмотрели. Окей, тут просто были интересные истории про постояльцев квартир. Так, и последняя квартира этажа. О, не этажа, а это колёса. Да не в дверь, я хочу, чтобы ты наступил на него. И, кстати, уже забыл, кто в 201 живет. Надпись сильно размыта, я не могу прочитать. Окей, да отвалите от меня. А, нет, отпусти меня, отпусти. Скорей, дурацкая камера, скорей. Опять какие-то дырки. Непонятные дырки. Может, это такие же, как у меня, в, скажем так, начальной стадии. Окей, тут ничего нету, все валим. Окей, будем знать, значит, этот пролет у нас... пролет. Крыло это у нас тоже пустое. Мы все посмотрели. Значит, переходим к следующему. Ой, ой, чего у вас так много? Ой, давить. Спокойно, спокойно. И эту давить, давай. Ой, я могу умереть. Спокойно. Ой, косая собака, какая ты косая, как-то хорошо. Спокойно. Вот так. Давай, давить. Все? Ой, как хорошо, ура, я всех прибил. Правда, у меня сейчас и ХП на один удар, наверное, но ладно, пофиг. Так, 205. Хоть бы не было никаких призраков, потому что я так подозреваю, сейчас один призрак и все. И я тут. Скорей. Тут ничего. Где-то есть, я готов. Выходи. Ой, спокойно. Вот так, беги. Что с этой стороны? Гантеля. Так возьми ее, дай призраку по башке. Полно старых игровых приставок и других устройств, но их назначение мне неизвестно. Тут, видимо, этот маньяк жил. Все книги о компьютерах и электронике. Ой, отвали. Блин, даже если он ни разу по мне не попадет, мне кажется, я все равно скоро умру. Здесь лежит куча старых игровых приставок. Потому что он со своим присутствием отнимает ХП. Ой, блин, ой, что-то совсем плохо. Все, валим. Держись, Генри. Знаете что, я думаю, он, Генри, у нас больше не выдержит призраков, поэтому мы запомним, что это было за крыло. Пойдем похиляемся. И вернемся назад.
Значит так, первый этаж готов, второй готов наполовину, значит, одно крыло только, да. Да. Так. Скорей, скорей. Восстанавливай ХП. Давай. Давай, давай, давай. Мы побегаем по квартире. Почему-то мне кажется, что от этого восстанавливается быстрее. Что там Айлин делает? Понятно, до сих пор красит ногти. Либо она делает это уже несколько часов подряд, либо мы с вами проникаем через пространство-время. Так, понятно, я больше даже не хочу туда смотреть вообще. Так, я думаю, этого достаточно. Идем назад. Я не знаю, но я уже хочу в этой серии закончить этот дурацкий мир. Потому что что-то нельзя так. Две серии уже. Так нельзя. Надо ускоряться. Так. Блин, моя память, куда мы ходили. А, это мы закончили, да. Мы шли по порядку от начала достаточно сюда. Так, потом первую квартиру мы посмотрели. Теперь сюда получается. Я использовал ключи от комнаты. О, ура, мы здесь ни разу не были. Ой, жираф. Жираф, хочу жирафа. Медведь. Это детская кроватка. Окей. Похоже на детские надписи. Надписи нагромождены друг на друга. От этого мне становится плохо. Окей. Тут полно всяких детских игрушек. Ой. Чё собака делает в квартире? Я слышу, что тут что-то есть, но что-то я как-то не заметил. Да упади ты уже. Вот так. Еще одна есть. Где-то слышу. Здесь? Не, а где? Странно. Где еще собака? Я ж ее слышу. А, все, вижу. Все, готово. Три удара. Так, и ради чего мы... Блин, она еще не умерла. Ради чего мы сюда ходили? А здесь хоть что-нибудь есть? Вроде нет. Ну, мы же все обсмотрели, да? Что-то мне кажется, что вот в этой комнате что-то должно быть. Да нет, я все прощелкиваю, вообще ничего нету. Окей. Туда идем дальше. Так, тут мы все посмотрели. Да, все, выходим. Идем дальше. Так. 207. Тоже ни разу не были. Ой, кровище-то на полу. Здравствуй. Щито? Наркоман, что ли? Куда он делся? Ты что, тоже призрак был? Это оружие, которое использовал Ричард. Здесь револьвер Ричарда. Блин, да бери, конечно, ты чё, это ж револьвер. Барабанная вмещает 6 патронов. Удобен в применении, имеет среднюю убойную силу. О, у меня есть револьвер. Отсюда я вижу Айлин Галвин. Я абсолютно уверен, что это комната 303. А что она делает в этом мире? Стоп. Я тоже только пропёр, что она делает в этом мире. Надо... Я надеюсь, не... В мусорном ведре окровавленное мужское белье и оторванный рукав рубашки. Кажется, это то, что осталось от нашего друга. Окей, ну ладно. А, так, здесь мы не были.
Это клюшка для гольфа. Короткая клюшка. Взять короткую клюшку. Блин, очередная. Задолбал уже, честно. Обычная клюшка для игры в гольф. Мощная и простая в применении, но довольно хрупкая. Ну вот, теперь у меня снова нету места для предметов. Ну ладно. Так, идем отсюда. Что-то я, честно говоря, беспокоюсь за Айлин. Надо бы ее проведать, а у нас, кажется, и квартиры закончились. Вот и повод. Так, идем наверх. Значит, 303. Бежим, Генри. Бежим. Что-то, если она в этом мире, то это действительно фигово. Я надеюсь, она не будет следующей жертвой. Так, стоп. 303 сюда. Бежим, бежим. А, 303. Закрыто. Я думаю, что Айлин Галви находится за этой дверью. Ну, как мне туда попасть? Я не могу открыть ее даже ключом. Думаю, что закрыто и с другой стороны. Ну, блин, логично, там же цепи эти все. А, да, там я был. Ну чё, я больше не могу ничего предложить, кроме как лезть снова в дыру. Да, давайте, наверное, снова лезем. Тем более, что мы вроде как все квартиры проверили. Здесь же больше на третьем этаже нету другого крыла, да? Да, все, другого крыла нету. Значит, походу, нам кукла. Блин, да не хочу я брать эту вашу куклу, она стрёмная. Значит, лезем назад. Тем более, что здесь вроде как каких-то обязательных не квестовых вещей нету. Потому что если меня не заставили взять эту куклу, значит, она мне особо и не нужна. Тем более, мало ли... Что-то вот мне реально кажется, что этот мужик-маньяк, которого мы встретили. Поэтому я не хочу от него ничего брать. Мало ли. Так. Айлин, ты как? Ты где? Ты вообще где? Что? Так, тут ничего, да? Что там происходит? Похоже, что с Айлин все в порядке. Да ну что за бред? Кажется, мы с вами застряли. Где продвижение сюжета? Что от меня хотят? Что мне делать? Ну, здесь ничего. Так, давайте сложим с вами вещи ненужные. Так, клюшка мне явно не нужна. Это мы с вами слушали, я не помню. Ну-ка. Я вставил кассету освежеванный майк в магнитофон. How do you like that, you sick little freak? You had it coming to you. These clothes are disgusting. Get him out of my sight. А, да, мы же это с вами слушали. Hold it. You. Hold right, you snooping around again? Get your ass out of here before you really piss me off. Hold it. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Да, окей. Значит, мы ее с вами тоже сложим. Я не знаю, для чего она еще останавливается. Мы ее прослушали, поэтому... Так, ну ладно, этого, я думаю, достаточно. Ну что, может, я думаю, все-таки от нас хотят, чтобы мы взяли эту долбанную куклу. Потому что, честно, если вообще ничего не происходит, мы с вами были уже везде, а никаких больше закрытых дверей, которые мы могли бы чем-то открыть, нету. Мы с вами все проверили. Значит, видимо, хотят, чтобы я взял куклу. Что-то произойдет. Ну что ж, как скажете. Давайте возьмем куклу. Где она? Кукла. Вот она. Ну что, Генри, бери. Взять потрепанную куклу. Давай. Я взял потрепанную куклу.
Старая кукла, которую мне дал человек, сидящий на ступеньках в нашем здании. Прекрасно. Что теперь? Кстати, какой этаж? Так, третий, да. Давайте еще раз попробуем Кайлин вломиться. Что мы ж видели ее в окно. Почему тогда она сидит и с ней все в порядке? Пойдемте-ка снова в ту комнату на второй этаж. Это было противоположное крыло, кажется, да? Если мы могли видеть Алин там, значит, нам сюда, да. С противоположного крыла последней квартиры. Так, вот сюда. Отсюда я вижу Айлин Галвин. Я абсолютно уверен, что это комната 303. А что она делает в этом мире? Блин, ну чё за... В чём ступор? Чё от меня хотят? Что вы от меня хотите, люди? Что мне делать? Я что-то упустил? Что я упускаю? Я не понимаю. Что я пропустил? Я ж ничего не пропустил, да? А здесь окно. Не реагирует. Не интерактивное. Ну в чем еще может быть прикол? Дверь плотно закрыта, мне ее не открыть, окей. Что от меня могут хотеть? А, блин, у меня журнал есть. Может там что-то есть. Записная книжка. Статья Джозефа? Чьи-то? А, да, это мы читали. А, это про мечи тоже читали. Блин, где второй обрывок дневника? А, я поднял ключ, который Алин из комнаты 303, скорее всего, уронила. Я хотел вернуть его, но ее не оказалось дома. Наверное, мне стоит вернуть его управляющему. 20 мая. Так, управляющему. В какой комнате живет управляющий? Управляющий живет... Блин, нам нужна комната с картинами. Где комната с картинами? Ой, это отвали ты со своими призраками. Где картины? Дайте мне картины. Вот хоть убей, не помню, а? Где были картины? Здесь? Нет. Управляющий на первом этаже же был, да? 100 что-то там. 105 что ли? Блин, я ж только что тут был. Что у меня за ориентация в пространстве-то вообще, ну? Ой, блин, нам не сюда. Чё-то я совсем потерялся. Чё и камера эта. Так, ну нам явно на первый этаж. Значит, кто-то написал, что... Дайте-ка я дам ключ управляющему. Значит, нам явно нужно идти в комнату управляющего. Где он живет? Здесь? Да, Superintendent's Room, сюда. Комната управляющего, 105-я, заходи. А, где здесь может быть ключ? Ключ. Ау. Ключ от комнаты Айли. Где? Где? Я ж все общелкиваю, вообще все, ничего нет. Ой, отстань. Да падай. Ничего.
Может, там какие-то ключи висят, что ты их не возьмешь, ну. Ой, отстань. Ой, отстань. Так, короче, он меня задолбал. Сейчас я его. Есть что-то. Давай. Да ну используй, я ж, блин. Падай. Падай. Давай, давай. Так почему ты не хочешь мечом-то его? Ну и нафига он тогда нужен, если он не работает? А тут записка, написанная на скорую руку. Найдена медсестрой Рэйчел. Вернуть это в комнату 302, вместе с частью, которую оторвал ее парень. Майк? Походу, вот там ключ лежит. Чё ты только брать не хочешь тогда? Где вообще? Вот про что сейчас говорят? Где эта часть? Чё вернуть в комнату 302? Где ключ? Там моришь ты, ну. Давай, блин. Сколько можно, ну? На! Офигеть, я не попал, ты просто. Падай. Давай, калик. Ну, как его приколоть? Где ключ? Сколько мне еще его мутузить? Что от меня хотят? Блин. Ну я ж все посмотрел, но нету тут ключа, нету. Пуповина только есть. Ну, да. Что за фигня у меня? Кали. Давай. Да. Наконец-то. Теперь можно спокойно осмотреть эту дурацкую комнату. Да просто офигеть, сколько я его мутузил. Ну я ж щелкаю, ну ничего тут нету. Ну в чем проблема? Что за бред? Ну сюда ж вроде должны были ключи отнести. Ну, ё-моё. Так, знаете что? Ладно, в общем, я... чтобы не тормозить прохождение, раз мы попали в такую ситуацию, честно, я без понятия, что вообще делаю, что происходит, я смотрю в интернетах, вот, особо я ничего, естественно, спойлерить там не буду, то есть я просто посмотрю именно вот этот момент, чтобы понять, что от меня хотят, и сразу продолжим дальше. Вот. Так, значит, я все проверил, посмотрел. В общем, надо просто тщательнее мне читать бумажки. Ну-ка, записная книжка. Так, по порядку. Не то. Это мы читали.
Что? Блин, кажется, я все-таки где-то пропустил долбанный красный листик. Да, знаете что? Значит, где-то должен быть еще один листочек. И на нем будет написано, что ключ лежит у нас под кроватью. Значит, честно, я без понятия, где он. Мы же с вами только что вот просто прошли все комнаты. Я не знаю, может, я слепой просто пропустил, но... В общем, я не хочу все это еще раз проверять. Поэтому давайте лезем с вами в нашу квартиру. И проверяем, если там... Господи, что это было? Если там ключ. А, офигеть, так что, со временем из трупов вырастает эта фигня? Блин, я не знал. Значит, проверяем ключ. Если каким-то макаром все-таки ключ там окажется только после того, как мы прочитаем нужную записку, то я тогда закончу серию, найду эту дурацкую записку и продолжу с того момента уже, когда... ну, в общем, чтобы не записывать лишнее. Так, ключ. Ну тут вроде нету, да? Это моя кровать. А ты не хочешь там, не знаю, посмотреть там что-то? Вообще ничего. Ну блин. Понятно. Значит, видимо, нам с вами нужна эта записка. Знаете что, давайте, значит, закончим тогда на этом эту серию. Я найду записку и продолжим, значит, когда все будет в порядке. Вот, значит, я надеюсь, вам понравилось. С вами был Ним42, и до встречи в следующей серии. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Ним42. И мы с вами находимся... так, во-первых, мы с вами продолжаем проходить Silent Hill 4. Вот, мы с вами находимся в комнате 102, где, оказывается, лежит эта долбанная записка. В холодильнике. Вот как. В общем, зря я не проверял постоянно холодильники, хоть меня все время и тянуло это сделать. Потому что я чувствовал, что там что-то должно быть. Например, вот это. Просто кусок красной бумаги. На ней ничего не написано. Я положу ее под дверь 32 комнаты. Например, вот это, да. Без чего, оказывается, нам дальше не пройти. Поэтому... Все, мы бежим и делаем все как надо. Так. Давай, Генри. Ускорься. Так, теперь нам нужна наша квартира. Ой, не бегай кругами. Комната 302. Блин, что это Алин стучит? Мне это не нравится, нужно спешить. Ну-ка.
Давай скорее пихай дурацкую записку. Все, теперь валим отсюда. Ой, опять выросло. Держись, Айлин, держись, сейчас. Только Генри найдет лестницу. Давай, мы уже бежим. Все, лезем. Так. Смотрим, что там была за записка. И чего стучала Айлин. Сначала проверим Айлин. Ее нету. Мне это не нравится. Ну-ка, что там за записка? Давай скорей. Так. О, да. В тот день у меня была ужасная головная боль. Я просто рухнул на кровать. Может быть, если я посмотрю возле кровати в своей спальне в квартире 32, я его найду. У меня теперь каждый день болит голова. Это ужасно. Что же мне делать? 22 мая. Так. Возле кровати. Бежим. Ага. Тут что-то на земле. Взять? Бери. Ключ с куклой. Все прекрасно. Все. Валим отсюда. А, нет, сначала вещи сложим. Тебя убрать. Блин, мне все остальное. А, ну вот эти не надо, ладно. Так. Лезем, скорей. Айлин, держись, мы уже бежим. Давай. Тихо. Вставай же ты скорей, ну. Давай, чё там с Айлин? Ага, машина скорой помощи уезжает. Может, с ней ещё всё нормально.
Потому что когда убили эту, как ее, Синтию, то машины скорой помощи просто стояли и все, то есть они ничего не делали. А здесь вот машина поехала, то есть может все еще нормально будет. Окей. Так, ну теперь я подозреваю, мы прошли этот мир. Чьи-то. Здесь есть какая-то странная бумага. Взять, да. Я взял талисман Суккуба. Карта с изображением какого-то страшного демона. Окей. Здесь клочок красной бумаги. Я не думаю, что смогу защититься. Он абсолютно безумен. Я больше так не выдержу. Его сила неизмерима. Сегодня я был так напуган, что даже запечатал заднюю стену кладовки. Интересно, все ли Уайлин Галдин в порядке? Она понятия не имеет о том, что здесь происходит. Но она все равно в опасности. 13 июля. Да, ладошки нету. Кажется, с ней все в порядке. Только надо узнать, что с ней. Так. Ну что ж, я, в принципе, смонтирую, наверное, все это в одну серию. Потому что... Чтобы она была одним куском, что мы наконец-то закончили этот мир. Я так подозреваю, что туда не вернемся после очередной жертвы. Так что, я надеюсь, вам всем понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Ним42. И до встречи с вами в следующей серии. Пока-пока.